Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас будет видео о пустых баночках за вторую половину марта. Начнем с бытовой химии. Как всегда, клин у меня, мультиблеск. Что-то его фиг найдешь теперь в магазинах. В фикс-прайсе так вообще редко бывает. Хотя вот самая выгодная цена на клин в фикс-прайсе. Мне нравится именно вот это вот, потому что оно подходит тут для разных поверхностей. Ну вот в этот раз купила простой стеклоочиститель. Посмотрим, может быть, эффект один и тот же будет, так что и может и не стоит его искать. Ну, в принципе, я вот и как стеклоочиститель его использую, и просто там и раковины даже какие-то помыть, да хоть даже унитаз, ну, с внешней стороны, так скажем, нравится. Мне уже много лет покупаю. Так, дальше. Кондиционер для белья Ленор. Понравился. Детский заявлен, но аромат очень яркий, но он приятный такой. Мне, в принципе, понравился. Буду повторять. Хорошо смягчает белье. Нормально. Так, потом освежитель воздуха. Вот такой недавно мне совсем приходил в посылке. Ну, почему-то вот эти вот Symphony, они очень быстро заканчиваются. Сухое распыление, цитрус, инжир, классный аромат. Я вот как-то сама почему-то не покупала, не знаю, мне казалось какое-то несопоставимое сочетание. Но, как оказалось, аромат довольно-таки приятный, сладенький такой, фруктовый, классненький. А, так, что тут еще есть? Еще вот такой вот АОС, бальзам с облепихой. Ну, облепихой он не пахнет, он просто зеленый, такой стандартный. Что-то тоже как-то он очень быстро закончился. Сейчас опять наконец-то появились АОСы вот этих голубых бутылках больших в фикс прайсе. Но я в этот раз не взяла, у меня пока есть. Другой какой-то купила тоже. Ну, вот разные они какие-то. Вот эти зеленые, мне кажется, они как бы стандартные, но слабовато, как по мне. Не знаю, уже что брать. Все не нравится. И то, не то, и это, не это. Так, для стирки тут еще пробники вот такие вот. Стиральный порошок, пятновыводитель и кондиционер. Вот хватило мне вот этого всего на две стирки, я вот разделила. Ну, не знаю, как бы если постоянно пользоваться, может быть, я бы заметила какую-то там разницу или результат. А так вот, в принципе, ну, постирала и постирала. Ничего там, у меня таких каких-то пятен там сложных не было. Поэтому, не знаю. Кондиционер приятный по аромату. Тоже вот на два раза хватило. Вера мне недавно присылала, спасибо. Ну, тоже вот особой разницы я не вижу с Ленором, например, там, или с Вернелем каким-то. Поэтому не вижу смысла переплачивать. Ну, хотя вот кто-то постоянно, да, покупает и нравится. Так, что тут начать? Пена для ванны. Ванильный капкейк. Была она жидкая, эта пена. Желтенькая такая. Мне не очень понравился аромат. Это тоже уже повтор. Уже была так, пена с таким ароматом. Какая-то ваниль там, что-то вроде этого. Ну, это какая-то кислая ваниль. Мне вот не понравился аромат. Я ее повторять не буду. Есть намного приятнее ароматы. Так, потом есть еще соль для ванны. Покупала в фикс-прайсе. Она такая вот половина голубая, тут часть белая. Хорошая соль, ароматизированная. Ну, вот когда насыпаешь, конечно, сильно пахнет. Потом уже разветривается так аромат. Это была голубая. Голубеньким водичку подкрашивала. Очень приятный такой цвет. Мне понравилось. 600 грамм. Есть еще одна зеленая. Это, наверное, в зеленый цвет будет красить воду. Посмотрим. Тоже интересно. Так, потом вот такой вот гель для душа из фикс прайса. Ого, сколько стекло. Надо будет сейчас выжать еще. Лимонный пирог. Вылила в дозатор жидким мылом. Сейчас перелью. Тут еще ничего себе, сколько много осталось. Сколько тут? 400, наверное. 400 миллилитров. Ну, ни о чем. Вот как гель. Ну, он, конечно, не жидкий такой.
нормальной консистенции, не как вода. В принципе, и как гель бы зашел, но аромат оставляет желать лучшего. Не знаю, ничего тут такого супер-пуперского нету. Как все начали хватать эти гели, насмотревшись у одного блогера. Не знаю, я вот и вчера другие еще ароматы понюхала в магазине, но мне ничего так не зацепило, чтобы прям хватать все подряд. Это тоже аромат такой дешевых карамелек каких-то лимонных. Вообще ни о чем. Вот, честное слово, так эта банка стоять не хочет. Поэтому пусть лежит. Поэтому повторять не буду. Скорее всего. Так, еще жидкое мыло закончилось вот такое вот. Сокровище зимы с ароматом малины и ванили от Avon. Красное было. Ну, хорошее мыло, тоже жидковатое, но, конечно, дорого. Стоило бы оно рублей хотя бы так 89 в каталоге, а то уже и по 139 продают. Но это, конечно, грабеж среди бела дня. А так мыло хорошее. Но вот когда выходят новинки, я беру по разу попробовать. И все как бы на этом. Так, дальше. Что тут еще показать? Шампунь. Ой. Все падает. Такой вот шампунь от Ифраше, питание, по-моему. Шампунь для питания с овсом. Питает и смягчает сухие волосы. Да, для кончиков волос, конечно, ну вообще по длине, вот особенно у кого обесцвеченный, очень хорошее питание дает. Но вот если у корней волосы жирные, то быстрее грязнится. Но все равно мне этот шампунь очень понравился. Мне Таня присылала его. Огромное тебе спасибо. Мне вообще нравится от Ифраше шампунь. Вот I Love My Planet я брала тоже. Они такие мягкие какие-то, вот очень такие приятные. Аромат тут, ну, довольно-таки яркий был. Он сам по себе белый, перламутровый. Да, яркий аромат, ну, какой-то вот, мне показалось, как цветочный какой-то, знаете, как будто полевыми какими-то цветами пахнет. Ну, хороший шампунь. Понравился, классно. Так, и еще для волос. Фрукты с гарниер. С алоэ у меня была такая маска, но я использую как бальзам, потому что это у нас 3 в одном, действительно увлажняющий. Или как, увлажняющая маска, не знаю, какого рода ее обозвать. Ну да, маска написана для волос, нуждающихся в увлажнении и мягкости. Очень хорошо волосы увлажняла, я пользовалась прям каждый день. Аромат здесь не алоэ. Я вот и хотела, чтобы был алоэ, например, зелененький такой аромат. Но аромат сладкий мне почему-то напоминал аромат кураги. Вот прям сильно. И средства в этих банках, вот, ну, остальные там с бананом, с папайей, у всех аромат очень долго держится на волосах. Даже вот сухие волосы, если там придете куда-то в парикмахерскую или просто даже под дождем где-то намокнут волосы, будет пахнуть этой маской. Имейте в виду. Долго сохраняется аромат на волосах. Так. Для тела. Закончился еще вот такой вот крем. Это кокосовый крем-баттер для тела и рук. Масло кокоса, гавайский гибискус. Обалденный крем. Вот огромная банка 300 миллилитров. Я тут почему-то даже думала, что здесь это 400 Белита Витекс. Вот такой вот крем. Очень яркий аромат. Классный вообще. Вот мне нисколько не надоело. Я бы еще целиком такую же использовала. Прямо вот следом за этой. Во-первых, это действительно баттер. Хорошо распределяется, неплохо он впитывается, я бы не сказала, что долго такой аромат остается на теле. Ну, довольно-таки долго тоже держится. Приятный такой аромат, что-то вроде пиноколады. Ой, вообще классно. И видела в сашетках, я покупала тоже в сашетках такой крем. Ну, думала, что другое, оказалось, вот почитала тот же, отправляла на подарок девочке. Так, дальше еще вот такой вот крем закончился от бархатных ручек с пантенолом, крем для рук и тела.
Сама я себе такие не покупаю. Это у меня бабушка как-то в прошлом году, по-моему, дарила мне на 8 марта сок алоэ, соевое масло. Он такой, знаете, как тягучий немножко, такой густоватый. 100 миллилитров я его использовала для тела. Вот именно зимой у меня в морозы сохнет кожа вот на голенях, например, или на предплечьях. Прям, вот, знаете, и тянет, и зудит бывает, и шелушится. И вот для таких вот отдельных частей тела, так скажем, когда, ну, я кремом для тела не каждый день пользуюсь все равно, а вот таким кремом вот отдельные части тела, так скажем, намазать при необходимости. Пользовалась всю зиму, сейчас выдавила, там остатки чуть-чуть у меня осталось. И все. Ну, хороший крем, действительно. Ну, я и руки как-то пробовала мазать тоже, или вот остатки просто в руки впитывались. Хороший крем, действительно такой он, как бы, даже как заживляющий, что ли. Ну, чувствуется, вот то, что есть пантенол и вот соевое масло. Хороший крем. В Фикспрайсе он, кстати, продавался. Сейчас, не знаю, вроде уже и нету. Потом вот такой вот легкий кремик. Коробочки, кстати, продавался от Oriflame. Клюква и чай. Приятный такой крем. Тоже на дневное использование. На день его использовала. 30 миллилитров здесь. Аромат приятный. Вкусненький такой. Действительно, клюквой и чаем пахнет. Ну, зимний. Это новогодняя лимитка была. Ну, так. Приятно познакомиться, в общем. И вот такой вот крем от Олия. Это у меня был комплексный уход. Они идут в наборе по 3 штуки. Вот комплексный, питательный, увлажняющий. Только с разными дизайнами. Есть с кошечками. Есть вот такие вот новогодние были. Мне тоже дарили. Классный крем. Очень понравился. Хорошо увлажнял руки. Ну, немножко он такую как бы пленочку чуть-чуть оставлял. Быстро впитывался. На работе я им пользовалась. Очень приятные ароматы у них. Нравится. Сейчас и остальными пользуюсь, поэтому хочу похвалить. Так, перейдем, наверное, к лицу. Так, покажу две зубные пасты сразу. Ну, уже почти закончились. Я их сейчас обратно в ванну поставлю. Тут на 1-2 раза осталось от Aquafresh. Обожаю Aquafresh. Вот этот вообще. И я его съесть готова. Ее такая паста вот с красной полоской и зеленой, очень классная, похожа вот на жвачку Ментос с начинкой жидкой с арбузной. Действительно, арбуз и огурец и мята вообще классные. Они, кто-то мне написал, что слабоваты, не знаю, для меня наоборот, прям хорошее освежение дают, я бы даже сказала, дерут рот. Классные вкусы, обязательно буду повторять. Вроде видела в обзоре, но вот в Фикспрайсе внимания не обращала, но вот в обзоре видела, показывали, что в Фикспрайсе по 99 рублей они появились. А вот это вот грейпфрут, лимон и мята. Понравилось чуть меньше по вкусу. Ну, тоже классное. Тоже мята, конечно, на первом месте. И фруктики уже. Ну, тоже довольно-таки яркий вкус дают. Так, принудительно прикончила вот такую вот пенку очищающую. Вулканическая пенка для умывания. Почему-то девчонки показывают от чистой линии, что она у них какая-то серая, там чуть ли не черная. Вот если просто выдавить, она будет белая. Если потрясти, ну, чуть сероватая у меня была. Не такая уж прям серая, как у других почему-то. Угля пожалели, наверное. Снимает макияж. Я ей пользовалась, не знаю, месяцев 5, наверное, точно. Она, ну, ее не каждый день, конечно. Ну, пенка сама по себе очень экономичная вещь. Не только от чистой линии, а любая другая. Хоть от Avon, хоть какая. Поэтому я их не очень люблю, потому что долго-долго стоят в использовании, никак не кончаются, уже надоедают. В общем, я уже там оставалось, наверное, у меня вот столько. У меня уже терпение лопнуло. Я думаю, все, вот помоюсь ей с ног до головы, как гелем для душа, и прикончу. Ну, вот на 2 раза хватило. Так, в принципе, очищение, ну, средненькое. Снимает макияж, ну, тональник, да, я смывала не с глаз, конечно.
вот просто с кожи там пудру, тональник нормально смывала. Повторять, конечно же, не буду. Хотя она стоит очень бюджетно, в районе 100 рублей. Ну, вот для подростков, мне кажется, интересно будет. И вот прикольное такое оформление, немножко детское. Ну, вы все помните, наверное, как мы гонялись за этими единорогами. Поэтому там хватали все, что просто... Все банки, на которых была единорожка нарисована, поэтому... Ну так, хотя как бы я изначально думала, что... Ну, что мне надоест эта пена. Так, потом закончился вот такой вот тоник для лица. Антибактериальный, успокаивающий тоник от Evelyn Cosmetic. Алоэ вера и кокос. Самое интересное, что пах этот тоник, такой вот у него дозатор, ярко-ярко вишней пах. Не знаю, может, это у меня какой-то сдвиг по фазе, я не знаю. Почему у меня алоэ пахнет курагой, а здесь, ну, тоже алоэ, получается, с кокосом пахнет вишней. Но очень яркий аромат, но мне понравился. Вообще прям сочный такой, знаете, тоже напомнило мне это... Жвачку вот Love Is, вишневая такая вот в бордовой обертке. Прям вот сочный такой яркий аромат. Маленький объем, 100 мл, дорогая цена 100 рублей за 100 мл. Но я все равно буду повторять, мне очень понравилось, но сделали бы уже в большом. Я вот не понимаю, вот у Evelyn, это что за политика ценовая? Большие бутылки с мицеллярной водой, да, там по 750, ой, сколько там, по 700 миллилитров, ну, 400 миллилитров, продают за 150 рублей, 100 миллилитров тоника продают за 100 рублей. Где логика, вообще непонятно. Покупала на Валберес, буду повторять. Ну, мне нравятся такие маленькие бутылочки, потому что тоники у меня как-то медленно расходуются, и вот месяц, наверное, на месяц, наверное, 100 миллилитров, может, чуть больше, даже недель 5, наверное. Это вот так. Так, следующее, что хочу показать. Наконец-то закончился у меня вот такой вот тонер корейский от Пюн Кантуль. Ну, как закончился? Я его перелила остатки. Там еще на несколько раз точно. 200 миллилитров. Это вообще бешеный объем, конечно, для тонера. Мисс Тонер мгновенно дает мгновенное... Господи, что я говорю? Мгновенно впитывается, в общем, и дает глубокое увлажнение. Вот. Делает кожу гладкой и свежей, снимает шелушение, повышает упругость. Я им пользовалась и утром, и вечером. В общем, мне хватило на год этой баночки. Ну, отставляла только, когда тестировала другие средства, которые приходили на обзор. Отливала еще, наверное, ну, четвертую часть его я отливала. Еще девчонки попробовать тоже. И вот я, ну, если бы не отлила, я бы еще, наверное, не знаю, ну, полгода бы, наверное, точно им пользовалась. Ну, месяца три это как минимум. Супер нескончаемая вещь. Так что продается на сайте Style Korean. Я оставлю ссылку под роликом. Вот стоит своих денег, и мне нравится то, что здесь нет никакого аромата. Вообще, вот из всех тонеров, которые я пробовала корейских, мне вот этот больше всех понравился. Вот, во-первых, то, что он не имеет аромата, он быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, под макияж идеально тоже для утра. Вообще суперский. И вот этот вот расход, я говорю, это просто, ну, вообще... Если за свои деньги покупать, конечно, то это хорошее вложение денег, если учесть, что вам его хватит больше, чем на год. Ну, на год это как минимум. Даже если там никому не отливать, ни на что другое не отвлекаться, мне кажется, год это точно. Так, еще одно корейское средство. Это Ира мне присылала недавно. От Neogen. Такая вот миниатюрка. Очищающая вода с календулой. Я поначалу не поняла, что за очищающая вода, думала как тоник.
Нанесла на ватный диск, протерла лицо. Нет, смотрю, что-то не то, что-то жирная какая-то кожа. Думаю, надо умыться. Потом, ну, мне просто лень была в интернет лезть читать. Потом я или, по-моему, или в интернете посмотрела, или Карине в ролик зашла, посмотрела, где у нее вот эти покупки были. Что-то я уже не помню. Ну, в общем, прочитала, что... Узнала, вернее, что это как бы для снятия макияжа. Ну, такая, как маслянистая водичка, приятная. Хорошо снимала макияж, но не водостойкую тушь, обычный. Поэтому понравилось. Запаха календулы здесь как такового нет, не было. Боялась, что будет сильно пахнуть, потому что у календулы довольно-таки яркий аромат. Спасибо, Ир, мне очень понравилось. Так, что тут еще-то есть? Переходим к пакетикам и коробочкам. Вот такие вот салфетки покупала от Толи. Лень было зайти в Фикс Прайс мне и купить нормальные салфетки от Плюш. Большую коробку купила в Пятерочке вот эти. Но это совсем не то. Эти намного грубее салфетки. Как-то не очень такие приятные, жесткие какие-то. Ну, получается, конечно, невыгодно. Ну, вот нужны были дома. Вообще, я и не показываю в пустышках, потому что я покупаю такие салфетки на работу, уношу там в шкафу, у меня стоят, и все. Как бы я там ими пользуюсь, дома не пользуюсь. А тут, ну, вот надо было просто после операции. И... Поэтому купила себе домой. Не понравились, в общем. Повторять не буду. Так, потом влажные полотенца вот такие вот из Фикс Прайса. Что-то в этот раз не было. Классные полотенца, большие, очень удобно. Я ими вытираю там, например, робот-пылесос. Все равно он на полу стоит, пыли много на него налипает. Вот. Потом в шкафу купе вытираю там полки и внизу вот это вот пол, рельсы. Там мне удобно для уборки, в общем, использую. Вот. Ну, так, если что-то надо, там, вот на природу летом, например, с собой тоже удобно брать, что не маленькие вот эти вот салфеточки, а большие полотенца, так уже вытер, так вытер руки. Так, потом вот такие вот салфетки мои любимые от Коте, зелененькие, антибактериальные. Мне нравится, как они пахнут, очень приятно. Всегда с собой в сумочке ношу такие маски. Маска от... Avon Annual Essential, максимальная молодость. Классная маска, довольно-таки плотная, лекалая. Мне понравилась вот эта вот штучка, что потом раз так и снял за нее. Вот такое вот лекало, хорошо оно ложится на лицо. Сыворотка сама по себе вот эта вот хорошая, золотистая вот эта вот. Ну вот оно ей пропитано было. Классная маска, все об этом знают уже давным-давно. Лариса мне присылала в посылке на Новый год, перед Новым годом. Вот спасибо, Ларис. Давно уже не пробовала. Так, потом вот такая вот маска. Что-то она не очень так пахла. Я думала, ягодами будет пахнуть. Сияющая кожа. Ну, обычная такая увлажняющая маска. Так, лекала не сохранила, так что, значит, было такое стандартное. Обычно, если что-то интересное, я сохраняю. Вот вчера использовала вот такую вот маску. Для глаз увлажнение плюс вечерний уход. Тканевая маска для глаз перед сном. Обогащенная минералами, морская вода и гиалуроновая кислота. Разглаживает уставшие контуры век, увлажняет контуры глаз. Минус 4 градуса, охлаждающий эффект. Она действительно охлаждающая. Тут написано, что можно ее также и в холодильнике подержать перед применением. Но я уж не стала. Я думаю, минус 4 мне вполне достаточно. Прикольная такая штука. Вот. Вот так вот, как очки прилепила, завела будильник. Ну, написано, что спать с ней нельзя. Ну, приятная, кстати, вот разогревающие маски мне не понравились. Мне какой-то дискомфорт от них был. Думала тоже, вот все никак не могла ее использовать. Положила уже на тумбочку возле кровати, думаю, надо использовать. Ну, вместо вот ночного крема такой хороший уход получился. Ну, потом глаза быстро согрелись. Ну, не было такого вот, что... Я вообще как бы с опаской отношусь вот ко всяким вот этим штукам и охлаждающим, в том числе можно же себе нерв какой-нибудь застудить там. Вот.
освежает, успокаивает, увлажняет. Ну, хорошая штучка, прикольная. Это подарок тоже, спасибо. Так, там тоже подарок. Это вот был наборчик такой миниатюр от Неоджин. Там были два пилинг-диска. В прошлых пустых баночках я показывала пилинг-диск с вином, а здесь был с зеленым чаем. Вот этот, если с вином, там очень прям яркий аромат, и сыворотка такая вот розовая была, или бордовая даже какая-то. Вот этот вот поспокойнее и поприятнее, не такой яркий. Я бы повторила его, приятный. Было пользоваться. Очищение хорошее дает, такое выравнивание тона. Ну, вот так вот выглядит полная версия. Так. Ватные диски от каждый день были 120 штук. Нормальные. Мне они все одинаковые. Что КТ, что вот эти вот все. Так, потом мыло. Вот такой вот фреш мандарин белый чай. Взяла на работу ручки мыть. Ну, белая такая таблетка небольшая. Запаха у него яркого нет. Он еле-еле уловимый такой. Ну, само по себе нормальное мыло, хорошее. Мне нравится. Вот маленькое. Удобно там положила в мыльницу к себе и пользуюсь. Так, и дома взяла вот это вот. Прям сегодня положила в использование. Показывала в уходе на март, по-моему, я открывала, если кому интересно. Это такое розовое сердечко, глицериновое, с блестками, очень-очень красивое. Очень ярко пахнет розой. Хотя здесь, по-моему, розовое шампанское, что ли, в этой линейке было заявлено. Я крем для рук не покупала, а вот мыло купила. Ну, положила в мыльницу, прям запах на всю ванную. Именно розами пахнет. Ну, это такая вот мыльная роза. Так, теперь парфюм и декоративка. Закончилась у меня миниатюрка Черриш. Это у нас цветочно-фруктово-древесный аромат от Эйвен. Розовый перец, цветы вишни и тиаре. Вот от любви до ненависти. Иногда прям не могу, он меня душит, задыхаюсь. А иногда прям поливаюсь ног до головы. И вот сейчас он мне так хорошо прям зашел. Потому что еще холодно, но он довольно-таки яркий такой аромат. Но все равно для меня весенний. И как-то вот полноразмерная версия мне, по-моему, была раньше. Не хочется опять приобретать, потому что долго будет стоять 50 миллилитров. А иногда вот такие ароматы, которые нравятся, беру в миниатюрках по 10 миллилитров и вообще замечательно. Использовал, как соскучился, попользовался, вот вполне достаточно. У меня они, вот девчонки показывают коллекции тоже, вот смотрю, как-то медленно расходуются, даже вот такие вот там месяцами мучают, я не знаю. Мне такого аромата, ну, может, нет, наверное, даже не на неделю. Если вот пользоваться хотя бы 2 раза в день, то дня на 4, наверное, хватит. Ну, я так хорошо поливаюсь, поэтому у меня пробники вообще, если легкий аромат, я его за один раз могу весь на себя вылить, если тяжелый, то раза на 2, на 3. А ну вот он, Always, кстати, тоже Avon. Забыла. Почему-то я забываю, вот мне не откладывается у меня в памяти этот аромат. Мне понравился. Он пудровый такой, цветочный, насыщенный. Его я, конечно, за раз на себя не вылила, но раза на 4, наверное, хватило мне. Хороший аромат. Так. Выкидываю вот такой вот лак, он почти новый. Я его покупала, не знаю, ну в прошлом году. И не знаю, что с ним стало. Так вот вроде бы нормально все. И что это за оттенок у нас? Speed Date. Ну вот за 60 секунд вот эти вот быстро сохнущие. Мне кажется, он даже цвет поменял. Я вот последний раз им накрасилась. Вообще мне так не понравилось, так-то он нормальный, ничего с ним не стало, он, ну, я говорю, более-менее свежий, но он вот как-то вообще неравномерно ложится, какой-то прозрачный, даже в 3 слоя накрасил, он все равно просвечивает, и вот это вот
неравномерное нанесение какое-то вообще. Очень некрасиво это все смотрелось, облез к вечеру уже. Вообще не поняла прикола, ну вот на кончиках ногтей все сошло. Я на следующий день его стерла и думаю, нафиг он мне нужен. Хотя вот цвет такой красивый, я его прям с удовольствием им пользовалась, он такой перламутровый тоже какой-то. Но я не знаю, что с ним такое случилось, прям загадка для меня. И закончился вот такой вот консилер с экстрактом огурца. Что-то только его Вейван только появился. Через несколько каталогов уже вывели. Natural Light оттенок. Ни о чем. Так, средней паршивости, знаете, на четверку с минусом. Кремовый такой он. Плохо как-то он перекрывал, мне кажется. Вообще непонятная штука. Почему он такой темный вдруг стал? Мне кажется, он не был таким темным. Много как выдавилось. Какой-то, не знаю, пластилиновый. Стоит дорого, 250 рублей за такую шмакодявку. Что-то вообще фигня, короче. Мне кажется, вот его даже видно на коже. И особо так он ничего не перекрывает. Все, пойду смою быстрее. Нафиг нужна эта гадость. Вот такие вот пустышки были. Довольно-таки много накопилось в этом месяце. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.